Вы на канале Оксана Гетман, телеклуб, и мы с вами разбираем проект «Холостяк» и пост-шоу «Как выйти замуж». И сразу же спойлер. Девочки, я знаю, кто победит. И сейчас я вам это расскажу. А вы мне напишите в комментариях, за кого вы болеете. Кто, по вашему мнению, больше подходит Миша и кто достоин этой победы. Сейчас я вам расскажу, кто победит и что будет на пост-шоу, на последнем пост-шоу. Останется ли он вместе с победительницей? Традиционно по сценарию побеждает та девочка, которую не любят зрители. А зрители любят проигравшую, поэтому в «Холостяке» очень выгодно проиграть. И в этот раз будет точно так же. Как показывают недавние факты, девочки тусуют все вместе, все кроме Ани Богдан. А как известно, победительницу никто не любит, но это еще не все. Победит Аня Богдан, но «Холостяк» останется с Юлей.